Вот мы и пришли. Буду показывать вам сумку. Доброе утро. Привет. 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 Меня зовут Юля Пилипас. Я фэшн-директор замечательного журнала Vogue Ukraine. Прямо сейчас я вам покажу, что находится у меня в сумке. Вот. Первое, что мы видим, очень важный объект. Он идет в комплекте с этим объектом. Это не массажер для головы, это не метла, это венчик для того, чтобы в любой обстановке, в любой командировке можно было заварить себе матча тин. Это Simply Gum. Обожаю эти жвачки с запахом кофе. Они выглядят очень странно. Выгодно тем, что никому не нравится, как они выглядят, и никто не угощается никогда. Это очень важная бьюти-штука Biologic. Ну, все знают, что такое Biologic. Мицеллярная вода, которая приводит в чувство твою кожу после любого перелета. Этот запах, тот самый запах, о котором у меня спрашивают абсолютно все. Тут написано Julie Pilipas for Love. Это Santal 33. Запомните и не спрашивайте больше меня никогда. Еще один неопознанный объект, который вызывает много вопросов на таможне. Вот эта штука. Это всего лишь массажер для лица. Это происходит приблизительно так. В самолетах, в пробках. Остановите меня. Да. Если делать этот массаж каждый день хотя бы 10 минут, то скулы будут очень такие, как у меня. Я имею в виду красивые. Это то, что призвано тебя защитить. Ну, короче, это когда тебя кто-то, типа, глазит, ненавидит. Так много женщин, которые почему-то это делают. Мой комплект спасательный серёг. Вот у меня здесь мои самые любимые. Это разбитые яйца, разбитое яйцо и Венера. Ну, это такой фетиш. Вот, в визитнице у меня, как ни странно, нет визиток, у меня они закончились. Но у меня мои дети здесь и очень близкие люди. Вот Пенелопа. В командировках, когда скучаю, смотрю на эти фотографии. Это фотография, которая есть у каждой девушки, которая любит танцы и коктейли. Фотография с моей любимой Анной Октябрь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Очень скучный набор, на самом деле. Вот, пожалуйста, можно еще убрать отсюда. Еще раз. Вуаля! Комплект Pilipas выдан, сдан, написан.